тобой. Что за хрень? Секунду. Бегу. Здрасте, вы кто? Мистер Джойнер, меня зовут Памела Харрис. Я из Центрального разведывательного управления. Скажите, вам знаком этот человек? Да, он сейчас спит на моем диване. Объект в здании. А что случилось? Извините. Что про... Эй, минуточку. Минуточку. Объект ушел. Черт. Объект в движении. Минуточку. Берите Маконнелла и Харриса, оцепите перед. Эй, минуточку! И все переговоры в районе. Да. Если он снова уйдет, я с тебя шкуру сниму. Понял. Пошел. Эй! Сообщите в Лэнгли, объект на свободе. Доброе утро! Вы что-то хотели? Ку-ку! Это мой дом. Что происходит? Происходит, мистер Джойнер, вот что. Ваш дружок Роберт Кривотрахер разыскивается за убийство и измену. В настоящее время в его руках сведения, содержащие гостайну, которую он хочет продать нашим врагам. Вы позволите? Сливки в холодильнике. Что? Сливки мне не нужны. Мне нужна информация. Вы должны рассказать мне все до мелочей, что вам говорил агент Стоун. Агент Стоун? Боб. Ваш друг Боб. Ну-ка, пожалуйста, соберитесь. Так, тут, кажется, недоразумение. Нет, нет, никакой он мне не друг. Тогда почему он указал вас как контактное лицо на случай ЧП? Не понял, чего? У Боба Стоуна нет ни братьев, ни сестер, ни других родственников. Вы единственный человек, которого он указал в своей анкете. Да мы... Я... Это чушь какая-то. Мы с ним вообще едва знакомы. Почему он ночует на вашем диване? Потому что мы вчера набухались. О, часто выпиваете с незнакомцами? Ясно. Вот только не надо. Тайм-аут. Я имею право взять тайм-аут. Вы вломились в мой дом. Я, между прочим, плачу налоги. Так что не надо врываться и говорить со мной, как с преступником. Ясно? Это во-первых. Теперь, вам нужны факты? Поговорим о фактах. Это Facebook виноват. Боб отправил мне запрос в друзья. Вот с этого все и началось. И вы его приняли? Что? Нет. Вот не надо. Не надо так со мной. Не надо так. Дайте подумать, окей? Не надо вот так быстро спрашивать. Во-первых, нахрен Марка Цукерберга. Я принял запрос, потому что это Facebook. Отклонять запросы невежливо. Вдруг тот, кто отправил, увидит, что я отклонил, поэтому я его принял. Вы волнуетесь, мистер Джойнер? Здесь жарко. Вам не жарковато? Лично мне жарко. Нет, я не буду снимать пиджак. Так я выгляжу виноватым. А вам только этого и надо. Ну что, разве я похож на преступника? Смотрите, как я спокоен. Мистер Джойнер, ваш друг Боб Стоун опасный психопат. Вам повезло, что вы живы. Так, послушайте. Этот человек не. Еще раз говорю. Он не. Не. Мой друг. 0% дружбы. Хорошо, мистер Джойнер. Докажите. Так, ну дайте время-то. Выйдите, погуляйте, а я посижу в туалете. Чё так резко-то? У меня крыша едет. Дайте мне немного времени. Я подожду. Да что ж это такое?